Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель, на новинку компании ICM. Модель самолета Ю-88А4. Данная модификация, я очень кратко скажу просто, А4 это означает, что данная модификация оборудована подвеской двух торпед. Данный самолет применялся с 1941 по 1944 год, как противокорабельный. Так, начнем наш обзор. Первое, что мы видим, красочный боксарт. Очень большая, хорошая, внушительная коробка. Что очень интересно, хорошо при выборе, возможно, подарка кому-то на день рождения. Может, себе любимому. Но коробка большая. Далее мы открываем. У нас внутри коробка из плотного картона. Внутри у нас инструкция. Большой пакет с лепестками. И у нас еще там декали. Декали у нас, друзья, сразу скажу, выполнены на новой бумаге. Новая бумага ICM хорошая. Переводятся декали отлично. Проблем при их нанесении на модель нет. У нас присутствует декаль приборной панели. Какая-то техническая, да, обозначение. И вот наше непосредственно обозначение. Далее обзор нашей коробки. Мы начнем с инструкции. Инструкция у нас выполнена в виде журнала формата А4. На первой странице у нас техническое описание самолета на двух языках и использованные краски. Вдруг кто захочет покупать данную модель, чтобы можно было сразу заказать к ней краски. Вот такие нужны номера цветов. Мы начнем, друзья, наш обзор. Первое, что мы видим, это у нас обзор литников. Далее у нас видно на литниках у нас присутствуют детали от какой-то другой модификации. Далее у нас начинается сборка модели. Инструкция показана достаточно подробно. И очень все хорошо и четко описано. Все до мельчайших подробностей. Поэтому проблем при сборке возникнуть у вас, друзья, не должно. Это точно. Что мне нравится у компании ICM, это их инструкции и модели. Вообще мне, в принципе, их нравится. Так, вот наша установка мото ГНДО. Так, это у нас далее сборка. Далее у нас вот наши торпеды, да, две торпеды. И вот нам представлен окончательный вид модели. Далее у нас показано нанесение декалей. И нам даны 4 варианта. Первый вариант это у нас конец 1942 года Италия. Сентябрь 1943 года тоже Италия. Далее апрель 1944 года Франция. И Норвегия 1945 год февраль. Ну, друзья, приступим к обзору литников. Так, коробки нас ждет. Раз, два, три, так, четыре, пять. 10 ледников. Это классно. Вообще много деталей, много ледников. Модель детализирована. Так, первое,
Начнем обзор наших моделей. Первый у нас литник с деталями двигателя. Хочу обратить внимание на детали расшивки. Расшивка сделана хорошо и четко. Поэтому при окраске ничего не должно залиться. Обоя и недоливок на данном литнике нет. Следы толкателя находятся внутри. Следующий литник. Это у нас получается также детали тут фюзеляжа. Также присутствует расшивка. Расшивка выполнена очень хорошо и качественно. Недоливов, облоя и прочих дефектов на данном литнике я не обнаружил. Так, следующий литник у нас. Детали двигателя, там тоже были детали, это, как я уже сказал, на другую модификацию у нас видно в коробке несколько модификаций. Так, хочу обратить внимание на шасси, выполнены колеса очень хорошо. Также тут есть протектор, скажем так, очень хорошо и качественно сделано. Мелкие детали пролиты хорошо, даже очень. Следы толкателя находятся внутри. Каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Далее у нас, друзья, литник с множеством мелких деталей. Хочу обратить внимание, что на всех мелких деталях выполнено отличнейшее литье. Недоливов, облоя или каких-либо других дефектов на данный нет на данном литнике. Это очень-очень хорошо, потому что бывают модели каких-нибудь производителей, где на мелких деталях присутствует облой. Это очень затрудняет сборку. Тут все отлично у нас. Далее у нас деталь двигателя. И таких литников у нас два. Но я сделал обзор одного литника, потому что второй абсолютно идентичный. Мелкие детали у нас пролиты на отлично. Там так, стыков пресс-форм нету, облоя нет, недоливов нет. Пролиты детали отлично. Кстати, на двигателе еще интересно, что сделано. Даже, как это сказать, провода сымитированы. Тоже очень интересно это выполнено. Мне понравилось. На мелких деталях и вообще на литнике в целом облоя нет каких-либо других дефектов. Далее у нас два литника, это у нас детали торпеды. Сделал обзор одного литника, потому что второй абсолютно идентичный. Так, торпеда. Ну, к сожалению, не знаю, как должна выглядеть торпеда, поэтому не знаю, какой по ней сделать обзор. Но что могу сказать, литье сделано хорошо. Недоливов или каких-либо дефектов на данном литнике у нас нет. Далее у нас еще один маленький литничок. Тут у нас вооружение, какие-то пулеметы стоят. Выполнены они хорошо. И так, толкатели вот на этих деталях, они находятся внутри детали. Снаружи все чистенько. И последний литник, это у нас литник с деталями крыльев. Также присутствует расшивка. Расшивка сделана отлично. При окраске ее вы не зальете, каких-либо не может с ней произойти. То есть все сделано отлично. То есть она глубокая. Это классно. Толкатель у нас находится внутри детали. И самый последний литник. Это литник у нас с прозрачными деталями. Хотел бы обратить внимание, что вообще у компании Семь мне очень нравится прозрачный пластик. Он очень хорошо, выполнен хорошо. Все, литье сделано хорошо. Вот, и я что могу сказать, что прозрачный пластик, вообще пластик у Семь мне нравится. В работе очень удобно с ним работать. Так, все хорошо и чисто. Литье отличное, детали у нас
вообще абсолютно прозрачный, и все прям отлично. Небольшой. Вот наш обзор закончен. Хотел бы сказать, что данная модель выполнена отлично. И если вы хотите купить для себя или в подарок, это покупайте и не задумывайтесь. Модель отлита, отлично, это новинка от компании SM. Если вас пугают там какие-нибудь коллеги-моделисты декалями, декали выполнены на новой бумаге, это тоже очень, они переводятся отлично, сам лично пробовал, каких-либо проблем с декалями нет. Пластик у SM отличный, поэтому берите эту модель, не сомневайтесь, она отличная. Всем спасибо, пока!